На красной ковровой дорожке знаменитые актеры, кинорежиссеры и сценаристы. Состав звездный: Максим Аверин, Ольга Кабо, Алика Смехова, Наталья Бочкарева. Наших любимых актеров. Кабо жду, хочу видеть, Бочкарева хочу видеть, Аверина мечтаю увидеть, ну и всех остальных. Мы все их любим и обожаем. Кинофестиваль в Анапе – это просто чудо, чтобы оно было долго и лучше еще с каждым годом процветало. Удачи им и дачи! Киношок родился в 1992 году. По задумке организаторов, он должен был объединить бывшие союзные республики. И сегодня фестиваль служит первоначальной идеей. В этом году в программу киношока входит показ не только российского кино, но и фильмы зарубежных режиссеров. Сегодня, когда я представлял гостей на звездной дорожке, это, знаешь, это меня охватила ностальгия по первым годам киношока, и когда вышел Рустам, Света Суховей, Лариса Кадочникова, вспомнилось то наше братство кинематографическое, отвечавшее первые киношоки, Йорк. И мы хотя поменяли формат этого фестиваля, но все-таки хотим, чтобы кинематографическое братство сохранилось, и будем обязательно продолжать это на фестивале в киношок. 27 лет мы проводим этот кинофестиваль. Это уже такая визитная карточка города-курорта. Мы уже к этому привыкли, мы без этого даже просто не мыслим. Хочу пожелать участникам фестиваля вам теплого моря, жаркого солнца, хороших ярких кинопоказов. И хочу сказать, кинофестиваль в добрый путь. Оценивать кинокартины будут профессиональные режиссеры и сценаристы. В рамках фестиваля состоится 5 конкурсных показов. Владимир Эйснер – председатель жюри, оценивающего документальные фильмы. По его словам, каждая работа заслуживает внимания и достойна главного приза. Благодаря киношоку он впервые приехал в Анапу и уже успел оценить кубанское гостеприимство. Южный город и замечательные люди, природа прекрасная. У нас в Новосибирске 8 градусов тепла, у вас 30. Так что все здорово. Я думаю, кино будет всегда интересно. И 27-й раз, и 30-й, и 50-й. Я думаю, что в этот год кинофестиваль не будет хуже, чем предыдущие. Он оправдает все надежды зрителей. И вы увидите хорошую программу. И будет замечательно, так сказать, проведено время. В рамках кинофестиваля зрители смогут увидеть около 70 картин. Лидеров телевизионного конкурса определят сами жители и гости курорта при помощи голосования. А лучший детский фильм выберут юные члены жюри. Киношок пройдет в Анапе со 2 по 9 сентября. Точное расписание кинопоказов и галоконцертов можно узнать на нашем сайте www.anaparegion.ru. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа Регион.